Всем привет! Не могу не поделиться этим видео. Мне прибыл вот такой интересный варган в связи с закрытием магазина культурного центра «Шелковый путь» в Окленде. Я таких варганчиков еще, честно говоря, никогда не встречала. Такой интересный, красивый чехольчик. Варган сам по себе достаточно миниатюрный. Я даже не знаю, какой мастер его сделал. Он для сравнения, вот мой палец мой. Это буквально с полпальца. Таких маленьких варганов я не встречала нигде. Сейчас попробуем звучание. В связи с тем, что он миниатюрный, играть на нем достаточно специфично, но пополнит мою коллекцию.